Добрий вечір, дорогі телеглядачі та радіослухачі. В ефірі спеціальний проект «Лото наживо. Пряма лінія» у студії Леся Вакуленко. Я хочу нагадати вам про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви можете долучитися до наших обговорень. Телефонуйте до нас у студію за номером 050 210 08 98 або залишайте свої коментарі на нашій сторінці у Facebook Live Lot Live. Слідкуйте з нашим ефіром, а увімкнувши телеканал «Лот» або на хвилях радіо «Пульс» та доєднуйтесь до наших обговорень будь-яким зручним для вас способом. Ну і сьогодні на студії Аліна Дамчук, начальник управління культури, національності та релігії Луганської обласної державної адміністрації. Аліна, добрий вечір. Добрий вечір. Хотіла поговорити про культури, про свята, які наближаються. Це, перш за все, Шевченківські свята. От буквально декілька днів, і вони вже будуть розпочинатися в Луганській області. А як проходить підготовка і чого очікувати від них? Действительно, Луганская область приняла эстафету от Сумской области, и в этом году выпала нам большая честь. Мы принимаем международные Шевченківські свята саме на Луганщине. Я хочу сказать, что к нам этот проект, который проводится при поддержке Министерства культуры, организаторами являются Национальная спілка письменників Украины и Луганская областная державная администрация. Конечно, подготовка очень серьезная, и буквально сегодня руководитель области Юрий Горбус провел широкое совещание по подготовке этого мероприятия, потому что к нам едут 70 очень именитых, известных писателей, поэтов со всего мира. К нам приедут писатели из 8 стран, к нам приедут писатели из 21 города Украины, и среди них есть очень известные люди, например, Нечепа Василь Григорьевич, это народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, Анатолий Матвейчук, народный артист Украины, например, Талашко Владимир Дмитриевич, он известен, это тоже народный артист Украины, он известен телезрителям по фильму «В бой идут одни старики». Я думаю, что это такая очень известная личность и большая честь, что они приедут к нам. Паламаренко Анатолий Нестерович, это тоже украинский мастер художественного слова, герой Украины. И вот такие именитые люди, они приедут к нам завтра. Поэтому, конечно, очень волнуемся встрече, готовимся серьезно и очень надеемся, что те люди, которые к нам приедут, они увидят Луганщину немножечко другую, измененную, Луганщину патриотичную, настроенную, очень символичную. Это экскурсия для них, чтобы они там побачили красоты Луганщины. Безусловно. Что планируется, каким образом вообще проводится это мероприятие? К нам приедут завтра, как я уже сказала, писатели. Мы их встречаем, мы хотим тоже показать свои достижения, они у нас есть, нам есть что показывать. Поэтому завтра мы покажем нашим дорогим гостям, покажем спектакль украинский, наш академический музыкально-драматический театр покажет спектакль, и все-таки это безраджу, это спектакль видатної української теж постаті Лесі Українки. А завтра начнется такой интересный день для наших писателей, потому что они все разделены на определенные группы, 7, 8, 10, 15 человек, и каждая группа разъедется в наши города и районы. И именно там состоятся, то есть те писатели, которые приезжают к нам, они не только будут находиться в Северодонецке, они поедут в Новоайдар, в Новопсков, на Кременщину, в Старобельск, Рубежное, Лисичанск, кого я не назвала, разъедутся для того, чтобы там будут организованы такие творческие встречи с писателями, где жители Луганской области могут пообщаться, смогут... Они будут открыты, но будь кто может прийти там, возможно, запитати, послухати. Безусловно, это такое очень серьезное событие, и, безусловно, оно хорошо анонсировалось не только у нас, а и на территории области, и, безусловно, там, где будут проходить мероприятия с участием таких именитых гостей, можно прийти, задать вопросы, пообщаться. Я думаю, что не каждый день к нам приезжают. Уже проводился этот праздник в Луганской области, это было в 98 году, последний раз мы имели честь принять этот праздник у себя на Луганщине. Майже 20 років пройшло. Да, и очень символично, что сегодня, когда Луганщина переживает такой очень сложный период, провести Шевченковский праздник именно на Луганщине
Шевченко, который был пророком, который был борцом за Украину. И сюда съедутся такие же борцы за Украину, борцы, которые борются своим словом, своей гражданской активной очень деятельностью, позиции, демонстрации постоянно своей гражданской позиции. Они приедут сегодня к нам на Луганщину для того, чтобы читать стихи и говорить о творчестве Шевченко, говорить о своем творчестве. Поэтому для нас это очень символично и очень приятно, что эти праздники проходят именно в эти дни. Хочу сказать, что мы ожидаем также приезд представителей Министерства культуры Украины. К нам завтра приедет заместитель министра Украины Юрий Рыбачук с начальниками отдела искусств, специалистами Министерства культуры. И планируется такая очень серьезная встреча в рамках проведения этого мероприятия. Состоится встреча руководителя нашей области Юрия Григорьевича Горбуза, представителей министерства, о которых я только что сказала, созданной, вы знаете о том, что у нас есть ассоциация работников культуры, украинский культурный простир, и творческая интеллигенция Луганщины. Для нас это тоже очень символично, эта встреча, на мой взгляд, очень необходима, потому что такой треугольник общественной организации, которая сегодня тоже формирует политику в сфере культуры, центральные органы власти, которые расскажут о державной стратегии в сфере культуры и видение руководителя нашей области. И я хочу сказать, что за этот год очень много было сделано. Я очень благодарна Юрию Григорьевичу за такое понимание проблем культуры и за такую очень существенную помощь. То есть вы знаете о том, что сейчас и строится театр, что ремонтируется помещение, что идет очень большая работа по укреплению материально-технической базы наших областных учреждений культуры. Аналогичная ситуация. Вы знаете о том, что приняты изменения в программу «Эстетская свита Луганщины». Это вопрос, проблема очень давняя, отсутствие музыкальных инструментов в школах эстетического воспитания. На сегодня она частично будет решена по всей области, потому что подписывал Юрий Григорьевич распоряжение, в котором будут выделены целевые деньги на приобретение, безусловно, по принципу софинансирования с территориями. Но, тем не менее, решение вопроса, решение этой проблемы на сегодня будет частично выполнено. А если повертатися до ремонту театру, ну, багато ми вже і з вами про це казали, якщо так візуально дивитися, то вже можна побачити зміни, так от зовнішні. Якщо говорити вже про якісь терміни, чи можна про них зараз говорити, коли він буде повністю відкритий, коли люди зможуть оцінити всі зміни, які є зараз, то поки що там кришу, там дах видно і там трохи стіни. Я могу сказать с уверенностью, что вот творческие люди немножко, конечно, суеверные, боюсь, что это говорит, но творческий сезон, новый творческий 77-й сезон мы, я думаю, откроем в стенах нашего красивого, отремонтированного, современного здания нашего нового театра. Осенью можно уже чекать, так? Открытие сезона, конечно, планируется. Это начало осени, это сентябрь. Я так думаю, что мы уже будем открывать творческий сезон в новом здании. Если вернуться, все-таки я хотела бы несколько слов сказать об ассоциации. Для нас тоже очень знаковым, как я сказала, вот такой треугольник общественности, центральные органы и местные органы власти. Я думаю, что как раз вот эта возможность диалога, да, возможность решать проблемы и слышать проблемы, те, которые есть на местах, и что-то передать, может быть, Министерство культуры для решения вопросов, необходимые какие-то пожелания, предложения, свои видение свое, да, какое-то. То же самое будет возможность обратиться к руководителю области для того, чтобы совместно решать вопрос. Поэтому для нас и это тоже очень знаково, то, что в рамках Шевченковского праздника состоится вот эта встреча, которая очень важна, на мой взгляд, на сегодня для решения вопросов и проблем культуры в области. В этот же день, 18 числа, планируется открытие выставки. Есть такой проект культурный «Мистецька
Малевнича Украина. Этот проект, который объединяет 69 художников, это художники со всей Украины, которые приняли участие в этом проекте. И у нас состоится выставка работ победителей этого проекта. Очень интересные работы. Также представлены работы и наших луганских художников, наших луганских авторов. Я, пользуясь случаем, всех хочу пригласить на открытие этой выставки. Картины к нам уже приехали, размещаются в нашей галерее искусств Сєвєродонецька. Це буде один день, можливо, якщо хтось працює, то може там ще й на вихідних також побачити. Безусловно, виставка останеться на какое-то время, неделю. Он точно будет находиться в галерее искусств, и всех желающих я приглашаю посмотреть на удивительные работы художников всей Украины. Приятно, что есть такая возможность посмотреть на эти работы в Сєвєродонецьку. Больше, конечно, картин – это пейзажи, наши краеведы, но и тем интересно, мы увидим Украину и нашу степь, и увидим карпатские пейзажи, горы. Поэтому приходите, пожалуйста, посмотрите выставку. Она откроется 18 числа в 14 часов. И будет открывать выставку заместитель председателя, руководителя спилки художников Украины, который тоже приезжает к нам на эти праздники. Поэтому приглашаю всех на открытие выставки. А в 16 часов состоится главное мероприятие. После того, как художники вернутся, извините, писатели вернутся из Сватова, Новоайдара, Старобельска, Новопскова, Лисичанска, Рубежного, Кременщины, все съедутся сюда, в Сєвєродонецьк, для того, чтобы быть участниками главного мероприятия, которое посвящено этим Шевченковскому празднику. В этом мероприятии мы услышим гостей наших из Польши, мы услышим выступление Анатолия Матвейчука, мы насладимся выступлениями наших артистов областных учреждений культуры, которые готовят программу. Безусловно, в центре внимания будет Тарас Григорьевич Шевченко, но я думаю, что будет интересная программа. Я всех тоже хочу пригласить. Состоится это мероприятие в музыкальном училище 18 числа в 16 часов. Я уверена, что если последний раз мы принимали эстафету в 98 году, принимаем сегодня, неизвестно, когда еще мы сможем увидеть таких известных людей в таком количестве, с которыми можно пообщаться, которым можно просто их увидеть и насладиться тем, и вспоминать через 10 лет, что ты имел честь быть знакомым с таким-то писателем или поэтом, или художником. Поэтому в сотый раз повторюсь, что мы счастливы, что мы сможем принять сегодня таких именитых людей. И очень волнуюсь, но уверена, что Луганщина всегда была гостеприимной. Я уверена, что вже не перше, це закордонні гості, які до нас приїжджають на свята, так і навіть виступали за нашим симфонічним оркестром обласним, так. Також. Тому є досвід так от прийняті високих поважних гостей. Уверена, что все получится. Так, хотіла поговорити про ще одну тему. Ми поговорили так трішки про майбутнє, про новий сезон творчий, але все ще не закінчився ще і цей сезон. Він був дуже насичений і для театру, і для філармонії. Дуже багато всього було. Зараз, коли вже до завершення він йде, а зараз які плани, що буде в завершення цього сезону творчого? Действительно, очень насыщенный у нас был творческий сезон. И есть даже такая шутка, например, в нашем театре, что каждый месяц даешь премьеру. Но мы даже себя уже перепрыгнули, потому что был месяц, которому дали 3 премьерных спектакля. То есть действительно очень насыщенный был этот сезон и для театра, и для филармонии. Вы знаете о том, что оба наших коллектива, они принимали участие в гастролях, были за рубежом. Вот только недавно вернулся наш академический симфонический оркестр из Австрии, вернулся из Польши наш областной украинский академический музыкально-драматический театр. И, к слову сказать, я счастлива это сказать и поздравить директора театра, поздравить режиссера, что с тем, что мы не просто были на гастролях, принимал участие наш театр в международном фестивале, и мы стали лауреатами этого фестиваля со спектаклем «Легені» нашего молодого режиссера Евгения Мерзлякова.
очень приятно, это ну, не может не радовать. Действительно, театр, который в процессе, казалось бы, становления, а работает как полноценный настоящий театр, у которого все уже должно было быть. Что касается, и раз мы уже заговорили о театре, я счастлива тоже сказать о том, что наш театр примет участие в 19-м международном фестивале в городе Херсоне. Мы покажем там интересный очень спектакль. Я уверена, что, как и в прошлом году, мы станем лауреатами. И я хочу сказать, что в прошлом году, если вы помните, наш спектакль завершил программу международного этого фестиваля. На нашем спектакле присутствовали все именитые гости, в том числе министр Украины Евгений Нищук. И в этом году я уверена, что также тепло будут принимать наших актеров, которые, конечно же, за год театр преобразился. А це буде якась нова вистава, готується нова, чи якась, яка вже є в репертуарі, ви повезете її? Є в репертуарі, є в репертуарі, вони повернуться, я так вважаю, що ви запросите, може, директора театру або художнього керівника, або разом, і вони розповідають, як це вже відбувалося. Не хочу нічого говорити, хочу, щоб відправити їх, і они там обязательно стали лауреатами этого фестиваля. То же самое могу сказать, что наша филармония достойно закроет свой творческий сезон. 24 и 27 состоятся концерты нашей областной филармонии. 24 будет удивительная программа, которая музыка, кино. И тоже, если вы помните, когда мы показывали впервые этот концерт, не было ни одного свободного места, невозможно было купить билеты. Я вспомнила, меня рассмешила фраза «А можно ли по блату?» Как в Советском, Союзе, да, я услышала давно забытую такую фразу, очень повеселила всех эта фраза. Поэтому 24-го вот по просьбе севердончан, по просьбе жителей Луганской области мы повторим этот концерт. Приедет тот же дирижер, который Богдан Пущак, приедет для того, чтобы дирижировать нашим оркестром. 27-го состоится концерт к Дню Европы, а 4 июня завершит творческий сезон удивительный концерт с участием дирижера, который приедет к нам из Соединенных Штатов Америки. То есть дирижер Винстон Фюгель, да, вперше. Винстон Фюгель, который приедет из США для того, чтобы достойно закрыть творческий сезон Луганской областной филармонии. Что касается, если говорить о подведении итогов, 20 числа, вот в эту субботу, состоится большой, огромный гала-концерт победителей всех детских творческих конкурсов. Тоже очень приятно. В этом году мы провели 18 областных творческих конкурсов. В них приняло участие более 2000 детей с разных городов, районов нашей области. У нас есть около 300 победителей, которых мы будем награждать, и из них 56 детей заняли первые места. Но это действительно гордость и надежда нашей области. Это действительно дети, собственно говоря, ради которых мы здесь все работаем, что-то делаем, потому что завтра эти дети будут прославлять кто-то нашу область, кто-то Украину. Поэтому состоится большой детский праздник 20 числа, тоже в здании музыкального училища в 11 часов. И всегда очень приятно, я знаю многих севердончан, которые с удовольствием приходят на эти мероприятия просто для того, чтобы насладиться. И порой не веришь своим глазам, когда видишь, когда маленькие, совсем маленькие пальчики, маленький ребенок, а закрываешь глаза и слышишь взрослого, зрелого музыканта, потому что очень серьезно есть достижения среди детей в музыкальном искусстве, поэтому всех приглашаю на это мероприятие. То же самое у нас в этом месяце состоятся два фестиваля народного творчества. Фестиваль культурного размаития в Новоайдарском районе он пройдет. Вы знаете о том, что Юрий Григорьевич все областные мероприятия, ну, хочет, чтобы они проходили не только в Северодонецке, это и правильно, потому что мы ограничиваем
возможность жителей області видеть обласні мероприятия. Вот поэтому... В Новому році фестиваль «Грита Ігришка» в Кремені, так, якщо не помиляюся, да. Був там. Вот в этом году вот фестиваль культурного розмаїття, он пройдет в Новоайдарском районе, который, собственно говоря, недавно принимал 9 мая областные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходили в Новоайдарском районе. И День культурного розмаїття тоже состоится в Новоайдарском районе. Также у нас в этом году 28 мая состоится фестиваль, это областной фестиваль, открытый областной фестиваль «Воронцова-Слобода». В этом году он пройдет уже 10-й раз. Это фестиваль патриотической песни. Есть много номинаций, и мы надеемся, что в юбилейном 10-м фестивале примет участие много очень участников. И цель этого фестиваля – это показать любовь к Украине, к своему краю, к своему дому, к своей родине. Поэтому, я думаю, и репертуар будет очень интересный, разнообразный. И сам фестиваль состоится в прекрасные уже такие теплые дни. Мы хотим провести его на улице, не в закрытом помещении, чтобы как можно больше людей пришли и услышали украинскую песню. Это будет такой же в каком-то районе? Чи... В Білокуракинском районе. А он, вот этот фестиваль традиционно проходит в Білокуракинском районе. Поэтому я думаю, что мы достойно завершим такой насыщенный творческий сезон и с новыми силами приступим к работе в новом сезоне уже 2017-2018 год. Будемо чекати вже на нові прем'єри, так, які будуть у новому сезоні. І вже говорили ми трохи про таку, там, те, що і фестивалі, і якісь конкурси, і свята, вони якось мандрують, так, Луганщиною, районами. Якщо говорити про День області, вже не так багато до нього залишилося, вже на початку, так, літа він буде стартувати, а його де планується відзначати? Також буде якась там мандри по Луганщині і не у Сєвєродонецьку він буде? Действительно, будем мандрувати далі. В этом году День області состоится в городе Рубежном. 3 июня на центральной площади города Рубежного состоятся ряд праздничных, и детских, и спортивных, и развлекательных, и познавательных концертов. Много мероприятий именно в этот день будут проходить в Рубежном, на центральной площади, в сквере, и выставки традиционно. Ну и не стоит забывать, что это все-таки в этот день мы проводим фестиваль «Луганщина – це Україна», проводим его уже третий раз в этом году. И, конечно же, в этом фестивале примут участие лучшие коллективы нашей Луганской области, лучшие аматорские коллективы. Вы неоднократно уже освещали, вы знаете о том, что сейчас проходит у нас фестиваль «Луганщина – світанок Украины», и очень такое уважаемое жюри ездит в каждый город, район для того, чтобы принимать творческие отчеты. И мы увидели настолько за такой существенный рост профессиональный, исполнительский, увидели рост коллективов, исполнителей в наших городах и районах, потому что этот фестиваль проходит один раз в два года. И вот по сравнению даже с 2015 годом мы увидели существенный рост. Поэтому я уверена, что все, кто приедет на фестиваль в этот день, 3 июня в город Рубежное, смогут насладиться, увидеть замечательные коллективы нашей Луганской области, те коллективы, тех людей, которыми мы можем гордиться, которыми можем, области, так, да, которыми можем восхищаться. И несмотря на то, что большая разнообразная программа в этот день будет проходить, но эти концерты с участием коллектива в области всегда вызывают интерес, всегда есть зрители в этих концертах, поэтому я думаю, в этом году все будет точно так же. Поэтому и разнообразная программа, и интересные номера, и красивые новые костюмы, и хорошее настроение. Это все мы гарантируем в городе Рубежное. Помимо этого, каждый год проходит, вы знаете, выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Пройдет она и в этом году тоже там же в Рубежном. Поэтому я думаю, что все, кто придет в этот день, придет или приедет, я думаю, что обязательно приедут из других городов и районов. Все, кто приедет на праздник, все найдут себе что-то интересное для себя, для души, и насладиться вот этой атмосферой. Вместе Луганщина отпразднует День нашей области.
А аматорські колективи – це більше там співочі, танцювальні, чи це буде от мікс якийсь, і всі жанри будуть представлені? Всі будуть представлені, ті, що можна показати, безусловно. Ну, і в тому числі, наприклад, і цирковий жанр теж буде представлений. Дуже хороша є студія в Рубіжна, циркова студія, яка вже, я думаю, полюбилась нашим зрителям. Вони теж будуть представлені. Но в основному, звісно, хореографія, вокальне творчество, хорове творчество. Все это будет показано в Рубежном. И, ну, конечно же, нельзя сказать о том, что мы ожидаем приезд профессиональных исполнителей. Пусть это будет интрига, не буду ее сегодня открывать. Принято решение сегодня руководителем, что в этом году будут и выступать профессиональные исполнители вечерним концертом. Так на на фінал, так же, як кажуть, буде якийсь сюрприз. Ви також коли там говорили, як обирали, ну, було у Сєвєродонецьку вже, зараз Рубіжне. Як обирали, де буде проходити День області в цьому році? Було прийнято рішення провести в місті. Ну, к сожалению, у нас на сьогодні осталось 3 міста, да, 12 районів, 3 міста. Ну, так постепенно будемо стартувати, переходити з міста в міст. Ну, самая большая мечта, щоб День області, ви знаєте, что следующий год будет юбилейным днем области. И самая большая мечта, чтобы юбилейный 80-й день области мы отпраздновали широко, громко, красиво, ярко в городе Луганске. Я очень желаю нашей Луганщине 80-летний юбилей отпраздновать в Луганске со всей Луганщиной вместе. Луганщина у нас одна. Будемо сподіватися, що так воно в наступному році вже і буде, але ну, поки що в нас є 79-та річниця все ж таки Луганської області, і буде відзначатися вона у Рубіжному. Ви казали про те, що ну, будь-яка людина знайде щось для себе, тобто буде якась окрема там для дітей програма, от зазвичай там є якісь чи то аніматори, там аквагрими, ще щось на кшталт того, ну, принаймні, що от у Сєвєродонецьку було. Безусловно, будет большой детский праздник, где дети смогут, будет дефиле в вышиванках, будет развлекательная программа для детей, безусловно, будут яркие костюмированные герои. Тоже не хочу говорить, какие герои придут к деткам, кто придет на праздник, те смогут быть вовлечены в такой замечательный водоворот праздничных мероприятий. Конечно же, будут спортивные показательные выступления. Будет большая спортивная программа, будет познавательная программа, будут работать наша областная библиотека с библиотеками области, потому что мы не только должны развлекать, мы должны чему-то научить, рассказать о наших выдатных луганчанах, показать их достижения. А действительно, Луганщина гордится такими серьезными постатями, да, как Сосюра, Даль, Гринченко, ну и так далее. Бесконечно можно говорить о наших действительно выдающихся людях, которые выходцы из Луганщины. Будет большая программа развлекательная для взрослых, будет и шоу для собак, будет молодежные вот течения представлены, я уже сказала, будет выставка. Приедет, конечно же, конный театр, который очень любят жители нашей области. И в этом така году... традиція своєрідна вже кінний театр на День області так зустрічати. Да, поэтому я, каждый может прийти и вот найти что-то себе по душе. А в 18 часов состоится такое традиционное открытие этого праздника, в котором принимают участие. Всегда это такой яркий пролог, который готовит наше областное учреждение культуры, наш областной академический украинский музыкально-драматический театр. Будет такое красивое, яркое действие, после которого обязательно поздравят руководители, поздравят жителей с этим праздником. И начнется вот этот калейдоскоп, этот водоворот концертных номеров, которые нам покажут аматорские коллективы нашей Луганской области. А розклад цього дня вже можна десь знайти, чи поки? Пока проект, тому що дійсно хочеться провести це дуже достойне мероприятие, і коректируется ще програма. От я вам основні сказала, що буде професіональні исполнители, що буде обов'язково концерт виступлення аматорських колективів, о том, що буде большая програма для дітей, спортивна програма. Город Рубіжне теж готує свої мероприятия, готує большой флешмоб, такой посвященный Луганщине с участием большого количества детей. Поэтому рубежане тоже сегодня готовятся всерьез к этому празднику. Уже состоялось первое совещание, и руководитель города, конечно,
прилагает все усилия, чтобы очень достойно Рубежная приняла этот праздник, потому что тоже оказано доверие, это честь встречать рубежанам, именно в Рубежном праздновать день нашей области. Я думаю, что у нас все получится. Во всяком случае, мы к этому прилагаем максимум очень много усилий. Дякую, что сьогодні завітали до нашої студії. Дочекаємося вже Дня області для того, щоб побачити все своїми власними очима. І ті свята, про які ми з вами казали, і Шевченківські свята, які отут будуть, і також і от завершення творчого сезону, про яке ми також проанонсували, як він буде завершуватися. Спасибо большое. Я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам про те, що в студії у нас була Аліна Дамчук, начальник управління культури, національності та релігії Луганської обласної державної адміністрації. Ну, а з вами була Олеся Вакуленко. Побачимося вже у наступних випусках.